Здравствуйте. Вот пришла сегодня после физиотерапии. Прошлась очень долго по заливу, по льду. Лед еще не тает. И решила, так кушать захотела, и сделала себе вот такой рисок. Значит, рис у меня пропаренный. Сначала я нарезала лук, морковку и потушила ее с мяском. У меня так кот кричит, классно. Он так любит о себе заявлять. Масло на масле оливковом. Сейчас покажу, вот такое масло оливковое я использую. Вот так вот. Видно или нет? Вот такое масло оливковое. Потом, значит, я очень люблю этот вот такой соевый соус. Вот такой соевый соус. Я теперь солью не пользуюсь. Никакую соль я не ем. Я только его ем в соевом соусе. Вот я его добавляю или в суп. Все варю без соли. А потом вот добавляю. Вот сейчас я в рис добавила. Вот такой соевый соус. Видно? Вот так вот. И решила это самое себе сделать вот такую вкуснятину. Сейчас он у меня сделается. Миска туда положила. И вот такой рисок я буду кушать сегодня. Так что будет очень вкусно. Сахаром я тоже не пользуюсь. Никакой сахар или у меня сироп. Я добавляю, или же я пью с таким вот с какао. Вот такой какао покупаю и пью чайки с какао, потому что сахар я в натуре не люблю теперь, потому что это сахар, по зубам сразу чувствуется, что это прям зубы болят, не любят, слава богу. А соль, мозги трещат. Так что вот так вот я это все выкинула из рациона. И теперь только пользуюсь вот этим соусом. Сахар тоже заменила. Белый хлеб я тоже не ем, потому что он, ничего от него хорошего нет, ни сытости, ничего. Я серый люблю или черный теперь хорошо пеку. Вот так вот я вам рассказала. Так что делайте рис, очень вкусно. На оливковом масле. Всего хорошего, до свидания. All the best.